Врачи республиканского кардиологического диспансера за 35 лет спасли десятки тысяч жизней. Сегодня еще одну. В кардиоцентре прошла уникальная операция по протезированию аортального клапана. За ходом операции следила наша съемочная группа. Оперирующий кардиохирург Роман Комаров. Профессор, руководитель клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Московского института имени Сеченова. В прошлом году он один из первых в стране начал проводить операции по методу Азаки. Испорченный, пораженный аортальный клапан заменят не механическим протезом, а клапаном из собственного перикарда пациента. Плюсы этой технологии в том, что, как любой биологический клапан, он не требует приема никаких препаратов вообще. И пациент приходит, мы сделали операцию, забыли о ней, и он ушел дальше. Плюсы какие? Что эта технология дает самые лучшие гемодинамические показатели на клапане. Эту методику придумали японские хирурги, где ее применяют с 2007 года. Теперь этот способ осваивают и чувашские доктора, пока они в качестве ассистентов. Хирурги используют кардиоплегический раствор. Он защищает сердце во время операции от ишемии и других повреждений. Нормакор – препарат отечественной разработки. Не имеет мировых аналогов по качеству, длительности, безопасности, эффективности, защиты пациента. Высокотехнологичные операции для врачей республиканского кардиодиспансера не в новинку. Таких в год проводят более 1000. Направлены они на оказание максимально квалифицированной помощи пациентам Чувашской республики в условиях непосредственно нашей республики. Цель одна – облегчить состояние пациентов, снизить смертность, продлить жизнь жителей нашей Чувашской республики. С этой же целью ведущие кардиологи республики и страны собрались на научно-практическую конференцию. Медики обсудили вопросы тактики ведения пациентов с различными патологиями, современные способы лечения и защиты сердца при помощи кардиопротекторов и подтвердили на практике успешной операцией. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.